Чтобы обеспечить им хороший прием, а также качественный сервис, с утра на всех горнолыжных курортах Красной Поляны началось дежурство сотрудников администрации города. Инструкции им были даны на совещании, которое провел глава Сочи Анатолий Пахомов. В районе каждого горнолыжного комплекса будут находиться представители управления ЖКХ, транспорта, торговли, словом, всех ведомств, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность курорта. Кроме того, на дежурство выходят и волонтеры. И сотрудники администрации, и добровольцы будут работать в тесном контакте с представителями правоохранительных органов. Особое внимание – безопасность в целом. Крайне важным считает глава Сочи и работу с владельцами транспорта, приезжающими в Красную Поляну. Некоторые недочеты мэр увидел при объезде курортов. На курортах надо следить за тем, чтобы нигде не было вдоль дорог их напарковано неправильно транспорта. Например, как я уже сказал, вдоль всей дороги «Роза Хутор» сегодня выстраиваются такси. Вот этот представитель управления транспорта должен, который в мониторинговой группе, сделать так, чтобы правила дорожного движения выполнялись. Анатолий Пахомов напомнил также о важности бесперебойной работы информационных табло, которые оповещают владельцев автотранспорта о количестве свободных мест на парковках Красной Поляны.